Впервые в Иркутской области чемпионат России по боксу среди мужчин состоится в областном центре в начале октября. Предполагается, что в соревнованиях поучаствуют около 400 спортсменов со всей страны. До начала турнира осталось всего несколько дней. Главный тренер сборной Иркутской области отметил, что подготовка идет целый год. В течение этого периода, участвуя в разных соревнованиях, боксеры получают новый опыт перед чемпионатом страны. У каждого из них есть шанс попасть в сборную России и представлять ее на международном уровне. К этому турниру непосредственно надо было еще иметь статус отборочных соревнований пройти. Вот у нас есть ребята, которые прошли статус отборочных соревнований. Некоторые ребята, как представители Иркутской области, имеют допуск. И у нас каждый месяц в течение лета были турниры всероссийские, мы старались их посетить, и чемпионат Сибирского федерального округа. Поэтому мы все лето не отдыхали, а непосредственно перед чемпионатом мы неделю назад приехали с Аршана, Республика Бурятия, там прошли 12-дневный цикл, то есть такой учебно-тренировочный, в Среднегорье хорошо поработали. Потом ребятам дали немного отдохнуть, и уже буквально пятый день мы здесь сейчас проводим с разными регионами России совместные учебно-тренировочные мероприятия.